Внимание, внимание! Остается 3 минуты до открытия фестиваля. Все участники приглашаются на линейку открытия. Итак, остается 1 минута, и через 1 минуту мы начинаем наше открытие. Участники фестиваля, посмотрите направо-налево, есть ли все ваши бойцы на месте, здесь ли, все ли пришли на открытие, чтобы начать наш фестиваль. У меня микрофон невероятно большой сегодня, да, просто фантастический. Вот, это самый большой микрофон, в который я когда-либо работал, запомню надолго. Но, к сожалению, больше другой никакой не ловит. Поэтому сегодня у нас такие издержки. Давайте вместе обратный отчет до начала нашего фестиваля. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Ну что, добрый день, участники первого межрегионального фестиваля ветеранов студенческих отрядов! Мы рады приветствовать вас на уникальной территории Алтайского края, культурно-спортивном комплексе поселка Новый Калманского района, построенным первым отрядом ветеранов страны «Старая гвардия». Этому можно отдельно поаплодировать. Сегодня каждый из вас вновь окунется в яркую юность и почувствует настоящий дух братства разных поколений студенческих отрядов. Каждый из нас прочувствовал движение на себе от А до Я и с уверенностью может сказать, что студенческие отряды – это преданность своему делу, умение работать в команде, четкое формирование личности, единство мысли и духа, преданность и дружба, романтика трудовых будней. А также стремление к постоянному совершенству, уникальность традиций и ценностей. Движение студенческих отрядов – это замечательная школа жизни. Это прекрасно. Ой, как смешно, конечно. Это прекрасная возможность поработать с таким микрофоном на мероприятии. Ну и, конечно, получить трудовой организационный опыт и мощный, проверенный временем механизм подготовки для будущих специалистов с активной жизненной позицией. Давайте сейчас друг другу подарим громкие аплодисменты за лучшие годы в лучшем движении страны. Настал момент для того, чтобы провести перекличку регионов участников фестиваля. Построением командует председатель Совета ветеранов Алтайского края Борис Петрович Лысенко. Громче, громче, громче!
Ветераны равняйтесь. Смирно! Участники Центральный федеральный округ, город Москва. Можно поддерживать. Уральский федеральный округ, участник город Екатеринбург. Северо-западный федеральный округ, участник Архангельская область. Приволжский федеральный округ. Участники – Удмуртская республика, Самарская область, Нижний Новгород. И, конечно же, Пермский край. А также Сибирский федеральный округ. Участники – Омская область, Томская область, Кемеровская область. Город Бийск, Алтайский край. И город Барнаул, Алтайский край. Ветераны, вольно? Нет, мы говорили за Тамару, просто из-за Удмуртии громко аплодировали, не слышали. Самарская область, давайте еще раз поаплодируем. 5 федеральных округов, 11 регионов – это все вы, участники нашего фестиваля. И сегодня Алтайский край во второй раз принимает такое большое количество ветеранов одновременно. Организаторами и инициаторами фестиваля выступили Алтайское региональное отделение МО РСО, Алтайский краевой штаб студенческих отрядов, ветераны краевого студенческого отряда «Алтай», и строительный отряд ветеранов «Старая гвардия». Ну и приветственное слово предоставляется председателю Совета ветеранов Алтайского края Борису Петровичу Лысенко. Уважаемые гости, дорогие друзья, позвольте мне от имени многочисленной армии ветеранов Алтайского и краевого студенческого строительного отряда «Алтай» приветствовать вас на нашей алтайской земле и в этом благословенном месте, которое является чисто стройотрядовским пока. Мы рады видеть вас здесь и вдвойне рады видеть тех, которые были на этом месте уже в прошлом году. Это говорит о том, что такие мероприятия проводятся не зря, что они нужны и важны для дальнейшего развития всего нашего стройотрядовского движения. Сегодня и завтра у вас будет не просто сбор, слет, это встреча с юностью, студенческой юностью, которой вы были стройотрядовцами, с костром, с песнями, с гитарой. Двое суток у вас будет возможность вернуться на много-много лет назад. Я поздравляю вас с началом этого мероприятия. Вам всем большое спасибо за все то, что вы сделали для студенческих строительных отрядов в 70-е, 80-е годы прошлого столетия. Спасибо вам за то, что вы делаете для них сегодня. Фестиваль ветеранов студенческих отрядов объявляется открытым. Большое спасибо, Борис Петрович. Провожаем вас под громкие аплодисменты. И череда приятных слов продолжается. Слово предоставляется почетному командиру краевого студенческого отряда «Алтай», председателю правления Алтайского регионального отделения МО РСО Василию Ивановичу Куцу. Друзья, мы сегодня с вами находимся на намоленном месте. Все-таки старая гвардия 6 лет тарила эту территорию для того, чтобы в прошлом году, в этом году встречать наших гостей. И при этом я просил алтайскую сторону поприветствовать наших гостей. Ура! Более того, вот эти кирпичики были возложены на центральной площади города Барнаула более 50 лет назад. И на том месте сейчас стоит наш памятный знак, посвященный студенческим отрядам Алтайского края, а именно 50-летию их.
Я приветствую всех от лица правления регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды». В этом плане имею право поприветствовать вас от всей организации «Российские студенческие отряды». Уверен, те вот традиции, которые мы в свое время заложили в прошлом веке, а сегодня, будем говорить, ответственно несут более молодые ветераны этого века, они будут важны и еще наперед лет на 100. Поэтому мы сегодня, когда нам задают вопрос, как дела, мы говорим, есть здоровье, есть жизнь, это первое. Остальное мы сегодня насыщаемся благодаря тому, что имеем отношение с таким большим кругом своих единомышленников, друзей по всей нашей необъятной России и более того, в странах СНГ. Это самое главное в жизни, чтобы было время, когда мы на заваленке своим внукам что-то будем рассказывать, наша жизнь будет в песне наших внуков. С праздником вас! Спасибо, Василий Иванович. Слово предоставляется президенту клуба ветеранов «СО Медик», комиссару строительного отряда ветеранов «Старая гвардия», одного из основателей и идейных вдохновителей фестиваля Игорю Ильичу Шахматову. Ю-ху! Дорогие друзья, ровно год назад, вот ровно, а день в день, мы уже стояли, многие из вас, и мы в том числе, стояли на этом благословенном месте, на Молином, а мы там потом пока еще, слава Богу, бойцов Старой гвардии. И когда в 2016 году мы планировали создать здесь нечто подобное, мы даже в самых смелых мечтах не могли предположить, что будет вот так. Год назад наша бредовая идея с Александром Александровичем Епейкиным наконец-то реализовалась. Мы даже... Спасибо вам, друзья. Мы планировали ее реализовать в 21-м ковидном году, но не сложилось. Все случилось на год позже. И практика показала, что это ветеранское движение, это кому-то нужно. И съехались регионы, где где-то в разной степени были определенные зачатки этого движения, а где-то это в полный рост уже развивалось. И сейчас я с глубоким чувством удовлетворения, а также с чувством глубокого удовлетворения, воспринимаю тот факт, что регионов, несмотря на пониженный статус фестиваля, меньше не стало. Друзья, мы еще очень многое можем. И рано нам уходить на покой. Поэтому сегодняшний фестиваль, так же, как и прошлогодний слет, служат одной благородной цели. Друзья, мы просто обязаны сделать для нашего молодого поколения их юность такой же обалденной, какой она была у нас. Поэтому сегодня и завтра мы с вами поговорим за круглым столом о том, как это делать эффективнее, лучше, креативнее для молодежи. Как мы можем не мешать им, а аккуратно способствовать движению вперед и вверх. За новые победы, друзья! За РСО! За нашу религию, в которую я верю свято! Я думаю, что и здесь, на этой поляне, собрались такие же единоверцы. Рад приветствовать вас, друзья. И да здравствует фестиваль, и в добрый путь. И охрененных нам впечатлений от этого фестиваля. Большое спасибо, Игорь Ильич. Очень крутое напутственное слово. Ну а мы продолжаем. И слово предоставляется руководителю делегации Самарской области, квартирьеру фестиваля, первому комиссару отряда ветеранов «Витязи» Сергею Павловичу Федотову. Громче, громче, громче приветствуем!
честно сказать, неожиданно, что мне предоставили слово, и я не готовил ни речь, ни выступление, но так же, как и в прошлом году, когда я впервые оказался на этой земле, и, как сказали, на этом месте, я выступал с листа, так и сейчас с листа могу сказать большое спасибо барнаульцам, большое спасибо ССО «Медик», большое спасибо Старой гвардии за те традиции, которые вы начали, насколько я понимаю, 6 лет назад, за первый съезд, который вы провели на этом месте в прошлом году, а в этом году вы проводите первый фестиваль ветеранов. И в прошлом году я фактически представлял нашу область и наш отряд в единственном лице, но тот прием, то радушие, та организация меня просто поразила. И я сказал бойцам своего ветерана, отряда ветеранов «Витязи», ребята, там надо быть для того, чтобы узнать, как живут ветераны России и в первую очередь ветераны Алтая. И в этом году мы уже приехали в составе 7 бойцов и откликнулись на просьбу Епейкина и Шахматова поучаствовать, как они сказали, в квартирьерах. Получили футболки квартирьеров. Это нам очень почетно, и мы готовы всегда принимать участие в таких мероприятиях. А там, где мы будем трудиться на своих целинах, мы всегда вас будем информировать и всегда вас будем приглашать участвовать вместе с нами. Спасибо большое. Ветераны, ура! Спасибо, Сергей Павлович. Внимание, участники фестиваля! Равнение на флаге Российской Федерации Алтайского края и Краевого студенческого отряда «Алтай». Право поднять флаги предоставляется Александру Александровичу Епейкину, мастеру строительного отряда ветеранов «Старая гвардия», члену правления Алтайского регионального отделения МОРСО и одному из основателей и идейных вдохновителей фестиваля. Юрию Семеновичу Ряполову, председателю организационного комитета фестиваля, члену правления Алтайского регионального отделения МОО РСО. И Денису Алексеевичу Самойлову, командиру отряда ветеранов «Сансара» города Нижний Новгород. То процедура поднятия флагов должна быть более пафосной. И нашим флагоподнимателям нужны ассистентки. Поэтому сюда же для поддерживания стяга при поднятии приглашается Богачева Галина Васильевна, лучший боец прошлого года в отряде «Старая гвардия» среди женщин всех времен и народов. Башурина Ольга Валерьевна, милости просим. Екатеринбург, лучший в мире ветеран области. И, наконец, Господи, где ты у меня? Извините, Наталью Анатольевну Епейкину, которая уже 8 лет при сохранившейся фигуре кормит этих аглоедов и дармоедов. Туда проходите, к мужу ассистентом пойдете. Так, девушки, взялись за кончики знамен флагов. Ну, скромнее. Куда ты тянешься? Кончики знамен. Самые дальние кончики. И самые верхние кончики. Зашли за Юрия Михайловича вот туда вот, ага. Держим. Ну что, поехали. Отлично, отлично. Красивые кадры. Внимание, флаги поднять. Звучит гимн Российской Федерации.
Внимание, участники, вольно! Благодарим участников за поднятие флагов и приглашаем вас встать в линейку. Ну что ж, торжественное построение подходит к своему завершению. Дорогие участники, сегодня вас ждет начало работы творческих площадок фестиваля, мастер-классы по изготовлению значков, аквагрим, фотозона, живая статуя и многие другие активности. Также в этом году на фестивале каждый участник может сам сделать брендированную монету с логотипом фестиваля и увести ее в свой регион на память. И именно сейчас мы хотим прямо здесь, на открытии, отчеканить первую монету. И такую возможность мы хотим предоставить Игорю Ильичу Шахматову. Очень торжественный момент. Игорь Ильич, мы вас верим. Под громкие аплодисменты. 3, 2, 1. С летом фестивалю быть. Так, ну что, смотрим. Получилось? Ой, Игорь Ильич, покажите всем. Двусторонняя монета фестиваля ветеранов студенческих отрядов. Давайте еще раз громкие аплодисменты. Друзья, и хотелось бы сказать вкратце о программе, которая вас ждет сегодня. Обед у многих уже прошел. Поднимите руку те, кто уже пообедали, успели это сделать. Молодцы, все успели практически пообедать. До обеда, кто не успел, нужно будет перекусить. Также у нас с 14.30 ожидают спортивные площадки фестиваля. Пляжный волейбол, дартс, конкурс баскетбольных бросков. Также еще нас сегодня ждет круглый стол опыта перспективы деятельности ветеранских структур студенческих отрядов. Пройдет он на главной сцене. Всех ожидаем туда. А параллельно, друзья, с 16 часов будет можно освежиться в баре «Причал ветеранов». Мне кажется, этому можно отдельно поаплодировать. Там уникальные коктейли «Слеза комиссара», «Мечта Педотры» и третий «Секретный». Пригласим вас обязательно, приходите на причал ветеранов. После этого, конечно же, ужин у всех в лагерях и концертная программа, на которую все приготовили номера. День предстоит насыщенный, а на этом мы завершаем торжественную часть и приглашаем всех на общее фотографирование. Да, давайте, подходите здесь или на сцену? Внимание, фотографирование будет происходить следующим образом. Участники, внимание, слушаем. Участники, пожалуйста, проходите влево к месту регистрации. К месту регистрации слева от вас. А начнем мы фотографирование с оргкомитета, который, в общем, и покажет нам, где и как мы будем фотографироваться, с учетом того, чтобы картинка в кадре была наиболее выигрышной. Пожалуйста, оргкомитет, проходите к месту фотографирования, а участники слета левее к месту регистрации. Оргкомитет, все собираем на фотографирование, делегации готовятся, застегивают бойцовки, собираются и готовятся к памятной фотографии. Ну что ж, после фотографии еще большая просьба. Водителя автобуса желтого необходимо отъехать, а также около причала ветеранов стоят автомобили, их тоже нужно убрать с этой зоны. Порядок фотографирования делегаций произвольный. Просто живая очередь, делегация за делегацией занимаете место, или если вы хотите сфотографироваться вместе с какой-то делегацией совместно, проходите и фотографируйтесь по очереди. Спасибо большое.
Друзья, друзья, пока еще никто не разошелся, то есть не расходился, мы приняли решение, наверное, правильное. Сначала мы сфотографируем всю делегацию, всех гостей, а потом первыми из маленькой кучки будет оргкомитет, потому что нам бы заняться потом делами, а ждать, пока последняя делегация сфотографируется, глупо и неразумно. Итак, все приглашаются, все. Так, водитель желтого автобуса, просьба выйти из кадра, проехать вот туда вот на дальнюю стоянку, ближе к дороге. Если же ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах, пусть повезет. Ну что, собираемся на памятное фото и готовимся. От равнодушья себя спасти. Внимание, внимание, участники, фотографирование спиной к фразе «Место встречи», поэтому встаем туда. Ближе, ближе, встаем. Счастья неутомимо. Я обращаюсь к своей любви. Меня на подвиг благослови. Плотнее, ближе к друг другу. Неудержимость всегда права, когда находит свои слова. Мы сильные.